Октонавты по местам. Барнаклс! Квази! Пейза! Изучать! Спасать! Защищать! Октонавты! Октонавты и пеликановые угри. Ну что, Дэши, готовы испытать супер-октокостюм? Готово! Начнем с робоковшей. Робоковши есть. А отбойный молоток? Молоток есть. Отлично, теперь проверим камеры. Передний вид есть. Боковой вид есть. О, привет, Квази, профессор. Как? Ты нас увидела? Через камеру заднего вида. Есть! Что за такая диковинная штука? Это скафандр или корабль? Почти, он прочный, как корабль. Но его размеры позволяют пролезть туда, где на корабле не проплыть. Мы назвали его супер-октокостюм. Супер-октокостюм? Класс, идеально для сражений с морскими чудищами. А можно примерить? Не сейчас, Квази, у нас своя миссия, помнишь? Ах, да, сажать кораллы. Не просто какие-то кораллы, а глубоководные кораллы. Их можно посадить только в зоне вечной темноты. Вечной темноты? Другой разговор. Поплыли! Открываю октошлюствик! Есть, Квази! Смотрите, профессор, вон там! Прекрасно, Квази! Погляди, сегодня нам повезло, еда. Еда? А какая именно? И сколько? Как выглядит? И что-то я никак не разгляжу ее. О, разумеется, мы ж пеликановые угри, забыл что ли? У нас линии вообще так себе. Да уж, я, кстати, тут вот. О, похоже, что это морские змеи. О, как они вертятся из стороны в сторону. Давай-ка распахнем челюсти. Что-нибудь отхватил? Нет, а ты? Ничего, это не морские змеи. Тогда что ж там крутилось, а? Щупальца, щупальца осьминога. Осьминога? Мое любимое лакомство. О, нельзя его упускать. Да, эй, смотри, куда плывешь. Прости. Поплыли. Глубоководным кораллам здесь самое место. Прекрасно, да. Погляди-ка, прям по курсу щупальца осьминога. О, да, у меня прям слюнки текут. Профессор, берегитесь! Чернила! Скорее, уплываем! Вау! Быстро вы их прогнали, профессор. Что это за скользкие создания? О, пара пеликановых угрей в поисках еды. Ничего особенного. Эти существа хотели слопать вас? Пеликановые угри умеют широко открывать рот и заглатывать даже крупную живность. А на чем мы остановились? Прием, барнаклс. Слушаю, профессор. Мы посадили все кораллы. И плывем домой. Прекрасно. До встречи. Эх.
Боюсь, без помощи я не сумею освободить свои щупальца. Я вытащу вас, профессор. Мне эти камушки нипочем. Я почти поднял его. Здесь небезопасно, Квази. Уплывай, пока не поздно. Пират никогда не бросит команду в беде. Мяу! И свой хвост. Капитан, в зоне вечной темноты зафиксированы толчки. На морском дне появились трещины. Прием, капитан! Заперты гигантские камни! Связь потеряна, капитан. Даши, запускай октотревогу. Октонавты, в центральный отсек. Октонавты, профессор Инклинг и Квази застряли в зоне вечной темноты. Они попали в каменную ловушку. Надо поскорее спасти их. Узкая расщелина, камни. О, кажется, тут нам поможет супер-октокостюм. Об этом я и подумал. Запаса воздуха надолго не хватит. Надо действовать быстро. Твик, Дэши, Пейза, за дело. Вот их корабль. Наверняка они в расщелине. Твой выход, Даши. Мы будем отслеживать запасы воздуха, но тебе надо торопиться. Есть, капитан. Видишь профессора Инклинга или Квази? Пока нет, капитан. Но тут слишком темно. Включаю поисковый фонарь. Есть! Я их вижу! Спускаюсь, капитан. Мы следим, Даши. Держи нас в курсе. Ничего себе вас угораздило. Даши! Не волнуйтесь, я вытащу вас в два счета. Слишком тяжелый. Как же быть? Не бойся, Квази. У костюма есть еще пара секретов. Активирую отбойный молоток. Одно свободно, еще два. Молодец, Даши. Теперь перемести молоток вправо и вниз. Я все еще не прочь съесть осьминога. Давай не спеша подкрадемся. Затем мы распахнем челюсти и... слопаем! У нас гости, капитан! Даши, к вам плывут пеликановые угри! Они сзади! И кажется, они голодные! Даши, а ты активируй угощатель! Точно, Твик! Пора перекусить! Еда! Это их задержит! Второе щупальце свободно! Еще одно! О, скорее, Дэши, у тебя осталось мало воздуха. Почти готово, но камень и правда очень крепкий. О, может мне пустить чернил? Тогда я сумею выскользнуть. Отличная идея, профессор. И мне чернила пригодятся, профессор. Я подниму, ну а вы попытайтесь выскользнуть. Берегись! О, нет! Не сдавайтесь, а камнями займусь я! Задаем, Даши! Ох, мои плавнички! Хватайся, Квази! Получилось, капитан! Они свободны! Ура! Как раз вовремя! У Даши почти нет воздуха! Даши, плыви на корабль скорее! Есть, капитан! Помогите! Моего друга завалило! Мы не можем его бросить! Пусть он и пытался вас съесть! Не волнуйся, мы тебе поможем! Стой смирно! Скорее, Даши! Я свободен! Спасибо!
Не за что. Так, поплыли скорее. И не поразматываться. Поторопись, Дэши. Как же хорошо. Молодец, Дэши. Я подлатаю вас в два счета. О, спасибо, Пейзер. Кораллы от камней не пострадали, профессор. Прекрасно. Тогда возвращаемся в Октопод. Я не откажусь от чашечки чая с рыбными печеньями. После этих приключений я проголодался, как пеликановый угорь. Вот вечно у тебя так. Прости, пожалуйста. Озвучено по заказу ВГТРК в 2017 году. Thank you.